Есть такие мелодии, которые настолько сильно прирастают к какому-нибудь кинофильму, что стоит их услышать, и тут же в уме возникают кадры из ленты, или вспомнишь о фильме, а в голове уже звучит музыка. Увертюра Владимира Дашкевича к многосерийному детективу о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне как раз тот самый случай. Еще в начале съемки режиссер Игорь Масленников попросил композитора сочинить музыку, как бы олицетворяющую традиционную Англию в ее викторианскую эпоху. Но где было советскому композитору в то время услышать традиционную английскую музыку? И режиссер порекомендовал Владимиру Дашкевичу послушать музыкальную заставку в новостях культуры на радио BBC. Композитор несколько недель подряд забывал вовремя включить радиоприемник. Когда в очередной раз Игорь Масленников позвонил и уже с металлом в голосе спросил о музыке, маэстро, чтобы не нарваться на гнев, поднес к роялю телефон и сыграл первое, что пришло в голову. Режиссер остался в восторге. Правда, после выхода фильма на экраны музыкальные критики отметили большое нотное сходство этой мелодии с другой музыкальной композицией – песней «Альпийского охотника». По нотам эти произведения в некоторой степени совпадают. Возможно, это случайность. А может быть, композитор в поисках чисто английского мотива в числе других произведений действительно когда-то слушал и это. И впоследствии в творческом порыве оно легло в основу увертюры. Сам Дашкевич на этот счет не дает никаких комментариев. Кстати, впоследствии этот незатейливый, но столь приятный слуху мотив был оценен как самая настоящая английская мелодия не кем-нибудь, а самой английской королевой. Да и фильм был и остается лучшей экранизацией этого романа Конан Дойла. Актер Василий Ливанов – лучшим Холмсом, а актерская пара Ливанов-Соломин – лучшей парой Холмс-Ватсон. После выхода первой серии герои фильма так полюбились советскому зрителю, что пришлось снимать продолжение, которое изначально не было запланировано. Всего же к этой ленте Владимиром Дашкевичем было написано более 40 композиций. Так что если говорить о музыкальном сопровождении фильма, то это тоже своего рода шедевр. Yeah.